Здравствуйте, вы на канале Строй Гранд Анапа. И сегодня мы приехали поздравить нашего обладателя, который купил дом уже года два назад. Это 90 проект. Находится на КП Звездный. Этот коттеджный поселок уже закрытый. Пройдемте. Здравствуйте. Здравствуйте. Наконец-то мы к вам доехали за два года, по-моему, вы здесь, да, живете? Вот. Уже год. Второй год пошел. Ну, уже второй год. Я помню, что давно, а мы все у вас никак не были в гостях. Наши подарочки вам. Спасибо. Полотенце как раз на пляж, конфетки. Вау. И, конечно же, тортик. Спасибо. Пройдемте посмотрим ваш эксклюзивный дизайн. Я знаю, что у вас прям очень отделка такая модная. Авторская. Стильная, да, авторская. Проходим. Вы уже год живете в этом доме. Как вам вообще, в принципе, обустройство? Как было с нами работать? Почему именно мы, ну, наша, да, компания? Вашу компанию нашла чисто случайно по интернету, когда задумали переезжать, ну, построиться на юге. Вот. Компания, конечно, оправдала себя. Это вообще прям на 100%. Мы довольны, что вообще, что с вами попали. И хороший был у нас и менеджер Константин. Потом передали, значит, постройку Илья, прораб. Вообще замечательный молодой человек. Просто большое спасибо. Реагировал на все вопросы. Ну, в общем, ну вот на все замечания, на все это вообще все. Просто молодец. Ну, Татьяне отдельное спасибо. Это вообще, как говорится, вне конкуренции. Все вопросы, которые касаются ее, не ее. Вот, ну, считайте, строились же на расстоянии. Да. И во все моменты, по всем вопросам, вот, что не обратись, что никогда никто не отфутболит, и вообще прям вот, благодарность, правда. Вот. Приехали мы сначала посмотреть-то сюда сами, выбрали проект, где будем строиться, место строительства, смотрели Морской, Цибанабалка, Звездный, вот, и, конечно, строились уже дистанционно, и по деньгам, и по дизайну, там, и по, ну, по всем работам, вот, и все какие-то, если мы вносили какое-то там изменение в проект, все это было дистанционно, ну, все, правда, вот говорю, что компания очень ответственная, в принципе, вся очень дружная, вся ответственная, и все вот. Да, мы стараемся помогать. Доброжелательные, правда, вот не было никогда вот никаких. Почему именно 90 проект? Почему, какие были, может, какие-то еще индивидуальные у вас были изменения по проекту? Ну, 90, в смысле, изначально мы не собирались строить двухэтажный дом там, и все уже, как говорится, в нашем возрасте, желательно все, чтобы было на одном этаже, чтобы было все в доступности, и вообще проект очень хороший, я вот даже ни капли не жалею, это самый замечательный проект, потому что все комнаты изолированы, прекрасная кухня-гостиная, ну, потом мы пройдем туда, это самое. Вообще очень хорошие. Говорю, у нас вот, допустим, мы в том году жили, у нас и 8 человек там гостей. Все по комнатам разошлись, никто никого не видит, никто никому не мешает. Удобно. Очень, и очень то, что один хороший этаж. Ничего, да, не надо вот лишь самое его. Главное, что один этаж, что говорю, и квадратов достаточно в нашем возрасте, это уже достаточно, чтобы там не этот, все-таки уборки, уборки, всего такого прочее, все по минималке, так сказать. Нет, очень, очень хороший проект, правда. Какие-то были изменения помимо проекта? Ну, мы террасу заказывали дополнительно, достраивали, ну, в смысле, увеличивали ее в размере, и чтобы она была... Стенки мы делали. Да, да, стенки, стеклопакеты, там вот это все, чтобы как отдельно, да. Не открыто, а закрыта терраса большая, у нас получилось 30 квадратов террасы, да, вот это дополнительно был про этот. А так все, в принципе, вас устроило, как у нас было, да, по проекту? Да, 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 ну, и душевую кабинку, как мы делали ее, это самое, отдельно, ну, как... Доброго. Да, с этими
со сливами. А так вот все. Спасибо вам, что уделили время, что показали нам ваше пространство, ваш дом. Он на самом деле такой интересный, дизайн очень симпатичный. Я наконец-то приехала посмотреть, потому что я все время думала, как это все получилось. Наши все фантазии, которые мы с вами прорабатывали, что вы там говорили, очень-очень классно. Спасибо вам большое. Желаю вам дальше обустраивать, чтобы вы здесь жили и радовались. Спасибо большое. Спасибо большое всем, всей строительной компании, всем девочкам и мальчикам, кто участвовал в этом. Всем большое спасибо. Thank you.